Командир парадного расчета, заместитель начальника учебного центра, капитан первого ранга Андрей Александрович Лавров. Перед ним проходит экипажного основного отбора Рабинова Фрейда стратегического назначения тактики для противника. Командир парадного расчета, командир экипажа, капитан первого ранга Антон Сергеевич Измайлов. Перед мемориалом проходит экипаж большой капитанной подводной лодки «Белка». Командир парадного расчета, командир экипажа, капитан первого ранга Алексей Викторович Верников. Перед мемориалом проходит экипаж большой гидроэлектрической подводной лодки «Уфа». Командир парадного расчета, командир экипажа, капитан третьего ранга Андрей Александрович Лапков. Перед мемориалом проходит личный состав Центрального управления. Возвращаемся, берем.